Обратно пишу вам, любезная Катерина Матвеевна, поскольку выдалась свободная минутка. И разнежился я на горячем солнышке, словно наш кот Васька на заваленке. Сидим на песочке возле самого синего моря, ни в чем беспокойства не испытываем. Солнышко здесь такое, аж в глазах бело. Еще хочу сообщить вам, дислокация наша протекает гладко, в обстановке братской общности и согласия. Так что и вам зазря убиваться не советую. Напрасно это занятие. Привет, моя любовь. Родная Маша, сижу в роскошной кимбе у оконца, и как товарищ Сухов в белом солнце пишу тебе в уме о жизни нашей. Привет тебе, моя родная Маша. Здесь точно солнце белое, пустыни. Живем спокойно, иногда летаем, а так все загораем, отдыхаем. Здесь апельсины вкусные и дыни, и солнце, Маша, белое в пустыне. Тот лагерь пионерский, распорядок, кино, концерты, всякие артисты. Уютно здесь, спокойно все и чисто. Полиция следит, чтоб был порядок. Вот лишь война не любит распорядок. На женщин я не хоть обозваться. Медсестры Маша могут здесь по роже. Отряды их медицинские огорожен. И те же не обманываю, братцы. Забор такой, что к ним не подобраться. Па-па-па-пам-пам-пам-пам-пара-па-па. Не подобраться к ним никак. Здесь не устроить ужин со свечами. Шалят у нас тут Маша Бармали. И так не спим, а эти, блин, злодеи игрушки запускают к нам ночами со всякими опасными вещами. Жаль, ночью поднимают, вот досада, когда кому-то станет слишком жарко, тогда нам срочно грузятся подарки, а мы их разгружаем там, где надо. За это где-то раздают награды. Награды где-то выше ожиданий. Они для тех, кто на день прилетают, построят, пошумят, повоспитают и дырочку на грудь без колебаний. А мы привозим дырочки с заданий. У нас вчера здесь был концерт в ангаре. Анисимов нам пел про нас немало. Мужик прикольный, только в плен попал он. Полиция здесь, как всегда, в ударе. Нашли там у него коньяк в гитаре. Па-па-па-пам-пам-пам, та-та-па-па-па-па. А у меня бы не нашли. Артиста где-то заперли поспешно. Нам указали место по секрету. Стояли насмерть красные береты. Но был певец освобожден, конечно. Прошла вся операция успешно. Потом разборки, словно мы из НАТО. По полной все по шапке получили. Но главное, артиста мы отбили. И значит, он еще споет когда-то. Ну а пока нам вновь лететь куда-то. Одну команду дать войне, отставить.
налить борща и выпить чарку водки, а на закуску, эх, с лучком селедки и песенку про летчика поставить. Мне это, Маша, трудно и представить. Привет, моя любовь, родная Маша. Сижу в роскошной кимбе у оконца, и как товарищ Сухов в белом солнце, пишу тебе в уме о жизни нашей. Привет тебе, моя родная Маша. Спасибо. И там фраза «А у меня бы не нашли». Следующий раз, когда я летал, ну, меня и так, как говорится, без досмотра, но не нашли бы. Где, не скажу. Да, собственно, я и тогда пролетел. 4 бутылки коньяка у меня не нашли. Просто 5-я была не спрятана. Я ее вез в виде подарка. Вот. А на диске, то есть это уже такое интимное исполнение про Анисимова. Это только здесь, а на диске это замаскировано.